Атоме лидеры очень важны. Если лидер потеряет свою цель, если лидер перестанет развиваться, такая организация не сможет развиваться дальше. Лидеры играют важную роль. Здравствуйте, меня зовут Ким Гван Йоль, я Imperial Master. Я уже 10 лет занимаюсь Атоме. И я видел, как многие известные компании просто исчезали без единого звука. Давайте серьезно поговорим с вами о том, почему это произошло. У меня нет лидерских качеств на самом деле. Я стал лидером не преднамеренно, а потому что в моем районе не было спонсоров. В будущем люди будут приходить ко мне, и как мне стоит с ними говорить? Большинство называют людей, кто усердно работает и находчив, настоящим талантом. Мол, талант пришел, все, у нас все получится. Так вот, я никогда так не думал. Кто бы это ни был, я не полагался на него. Я не отказывался ни от кого из партнеров. Вероятно, я достиг этого места благодаря такому мышлению. Что означает ни на кого не полагаться? Ко мне приходят действительно талантливые люди. Как я могу помочь этому человеку, чтобы он стал лучше? Я делаю все возможное, чтобы помочь ему развиваться. Так, способности этого человека начинают проявляться на 100%, 150%. Лидеры не начинают помогать, если вы талантливы. Они помогают тогда, когда видят ваши старания. Как много усилий вы вкладываете? Стремитесь ли вы сделать все возможное? Способности? Я сам едва закончил старшую школу. У меня самого не было ни копейки. Вначале председатель сказал мне так. «Мы станем лучшими». Мы станем номер один по цене. Мы станем номер один по качеству. Я тоже сказал, что я буду первым. Но что у меня было? У меня не было ничего, где я мог бы быть первым. У меня не было способностей, нет денег, ни модель и ни красноречив. Но я желал добиться успеха, и я придумал, где же я могу быть лучшим. Так я задумался о том, что же я могу делать. Так я всегда могу приходить первым на семинар. Так я могу всегда приходить первым в центр. Так я могу убираться лучше всех. По этой причине я всегда приходил первым на семинар. Я приходил первым в центр. Когда я приходил туда, я всегда с радостью поддерживал чистоту там. Дамы и господа, вас вдохновляют не особенные способности человека. Что вы делаете лучше всего сейчас? Вам нужно лишь стараться изо всех сил. Видя это, люди, более способные, чем вы, обязательно придут на помощь. Многие текущие империал-мастера начали тут работать в трудной ситуации. Они с самого дна поднялись сюда силой воли. Зачем нужны успешные люди? Они есть для того, чтобы помочь всем, кто очень старается стать успешными. Но для начала нужно прилагать много усилий, чтобы добиться результатов. В таком случае вы сможете улучшить ваши недостатки. Но лидеры делают все 100% работы. Если вы вкладываете 98%, 99% усилий, то они дополнят ту часть, которой не хватает, 1-2%. Я научу вас. Лидер, не отказывающийся от кого-либо. Люди работают здесь, постоянно сталкиваясь с проблемами. Как глобальная компания, Атоме продвигается по всему миру. В этом году объем продаж составил более 2 триллионов вон. Но даже несмотря на это, некоторые нас не любят. По этой причине много людей, приходящих в Атоме, столкнулись с проблемами и начали сомневаться. Но с самого начала вы должны всегда стараться, чтобы этот человек стал нашим партнером. Не ищите новых людей. Не теряйте старых. Не теряйте текущих участников. Наша деятельность заключается не только в работе с людьми, которых мы видим. У нас здесь очень важны многие люди, которых мы не видим. Если вы работаете с Атоме, к вам придут не только те люди, которых вы хотите видеть. Приходят разные люди. Талантливые, не очень, образованные. Приходят люди разного вида. И как стоит преподносить информацию этим людям? От этого зависит степень вашего успеха. Помогайте людям, которых видите, и если у вас останется время, тратьте его для тех, кого не видно обычно. Дамы и господа, на сон даже времени жалко тратить. Обычно, когда я встречаюсь с мастерами Шаронской розы,
Если их лица чисты и опрятные, и у них яркие, энергичные глаза, знаете, что я говорю? Мало работали, значит? Мастера Шаронской розы, стар-мастера, должны много стараться. Вы должны помогать каждому из них. У нас очень много дел. Если вам скажут делать их всю оставшуюся жизнь, многие отказываются. Когда необходимо сконцентрироваться, нужно работать как сумасшедший. Мы учимся работе. После этого этапа наступит этап, когда появится время. Именно по этой причине я рекомендую помогать этим людям, которых не видно. Быть лидером трудно. Что это значит? Лидером определяется будущее организации. Лидеры должны быть чувствительными. Если ваша группа за год не развилась, нужно спросить у успешного спонсора, почему так произошло. Нужно задавать такой вопрос. Моя группа перестала развиваться, что мне нужно делать? Однако многие приходят ко мне и говорят, пожалуйста, помогите. Конечно, я хочу помочь, но есть проблемы. Может быть, направление выбрано неверно. Если вы не решите эту проблему, то ваши старания не принесут никакого результата. Если вы настоящий лидер, вам нужно спрашивать себя, что мне нужно делать? В чем проблема? Если что-то не работает, вы должны изменить это. Настоящий лидер обладает смелостью изменить что-то. Дамы и господа, тогда как нужно спрашивать лидеров? Не «помогите мне», а «что мне нужно сделать?» Нужно сформулировать вопрос по-другому. Тогда в вашей команде будет много изменений. Несколько дней назад председатель сказал мне так. «Я хотя бы раз в выражении лица или в интонации голоса показывал, что мне трудно. Если бы я сказал, что мне тяжело, вас всех бы уже, наверное, не было тут. Лидеры не должны показывать трудности внутри себя. Роль лидера состоит в том, чтобы показать последователям, как это легко, и взять на себя инициативу, чтобы придать им храбрости. Стремясь к вершине, нужно постоянно бросать вызов». Это настоящий лидер. Дамы и господа, если лидеры выполняют свою роль в полной мере, а последователи делают все на своем уровне, если все стремятся к успеху, то вы станете успешной командой. Атоми всегда развивается. Атоми всегда бросает вызов. Если бы председатель Пак Хан Гил перестал мечтать и бросать вызов, то мне было бы комфортно, наверное. Тем не менее, председатель сказал, что он создаст компанию, которая стоит 100 триллионов вон, и он делает все для этого, встав на передовой. Поэтому я тоже не могу остановиться. Уважаемые лидеры по всему миру, бросайте себе вызов, мечтайте, двигайтесь к прогрессу. Я хочу, чтобы вы всегда желали большего. Увидимся на вершине. Встретимся на уровне Империал Мастеров. Удачи вам!